Финальная схватка за первое место. 262 килограмма, красный угол, Такаев Хамза, Чеченская Республика, синий Таав, Гантемир, Кабардино-Балкарская Республика. Судьи, арбитр на ковре Маргиев Алан из группы Северной Осетии, боковой арбитр Лавдин из Старопольский край. За минуту и 3 секунды на ковре схватку на душе выиграл Такаев Хамзат, Республика Чечня, занял первое место.